Друзья, приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу сделать новый ритуал, который называется универсальная чистка. Чистка от всех видов порчи, потому что вы не можете точно знать, какой вид порчи вам сделали, или просто какой негатив вам прислали, или каким образом вам что-то в спину сказали, или на работе вас оговорили, или соседи. То есть вы понимаете, что мы живем в мире страстей, поэтому вы всегда сталкиваетесь с какими-то людьми, люди фонят, люди ругаются, люди завидуют, люди врут. Ну, мало ли, какие у людей ситуации, почему они так себя ведут, злятся, ненавидят и так далее. Я не буду развивать эту тему, потому что все у меня на канале много разных тяжелых ритуалов, которые снимают тяжелые разные виды негатива. Так, сегодня у нас чистка универсальна от разных видов магии. А магии очень много в мире. И даже не магии, а энергетических разных негативных кодировок, программ, программирования, гипноза, порч разных много. Поэтому вы не можете знать, что вам сделали. Сегодня у нас универсальная чистка от всего. Просто смотрите, я вас очищаю. Кому недостаточно один раз, смотрите 2-3 раза этот ритуал. Чистим. Универсальная чистка у нас сегодня. Меня смотрят люди из разных стран, и у вас разное вероисповедание. Это не имеет значения. Вы можете смотреть все мои ритуалы, потому что во всех моих ритуалах работает энергия. Все в мире есть энергия. Я работаю с верхним миром, верхний мир в эзотерике, в магии, в пространстве. Энергия верхнего мира, друзья, потому что в эзотерике много магии разных уровней, и каждый мастер работает на своем уровне. Я работаю на верхнем уровне. Высшая сила вам помогает через меня. Так, чистка универсальная, друзья, чистим все подряд. Ноги, руки, голова, органы, тело, болезни, негативные кодировки, программы какие-то, забобоны какие-то страхи у всех, то есть глюки, страхи, зависимости. Все чистим сегодня. Магию, закрытие дорог, закрытие всякие черномагические, негативные магические воздействия на вас. И все остальное, друзья, универсальная чистка, чистим все.
Просто смотрите, все работает. Уже полегчало, да? По самочувствию. Вы же чувствуете мои ритуалы? Так, хороший ритуал, да? Мурахи, толпы, мурашек бегали, да? Волны энергии вы могли чувствовать или не чувствовали. Все равно работал сильный, очень хороший сейчас поток в моем ритуале. Друзья, высшие силы вам помогают через меня. По поводу консультации пишите мне в WhatsApp, Viber, Telegram. Только SMS. Моя консультация платная, друзья. Ваши комментарии читаю. Благодарю вас всех за все. Жду вас на моем канале. До встречи, друзья.